Выгул домашних собак, особенно крупных и бойцовских пород, без поводка и намордника – одна из злободневных проблем, которые регулярно поднимают местные средства массовой информации. Домашние собаки способны навести ужас на маленьких детей, пожилых людей и даже случайных прохожих своим агрессивным поведением и устрашающим внешним видом. К сожалению, далеко не все владельцы четвероногих понимают, что такое животное должно быть безопасно для окружающих, а этого можно добиться, надев на него поводок и намордник. В городе Дмитрове по адресу улица Комсомольская существует специальная площадка, в которой собака может находиться без намордника и поводка. И в связи, к сожалению, вот, что площадка только одна в городе Дмитрове, вот. Но в данном месте собака может прогуливаться, гулять, заниматься дрессировкой, не нарушая законов. Данная площадка закрытая, обнесена забором. Здесь мы не причиняем вред окружающим людям, поступает меньше жалоб. То есть собака находится под полным контролем владельца и спокойно проходит тренировка и занятия. Поток жалоб от жителей города, деревень и дачников поступает и в местный отдел Госсанэпидтехнадзора Московской области. Только с начала этого года в отделе зарегистрировано более 30 таких заявлений. Эта служба уполномочена составлять административные протоколы на нерадивых владельцев собак. Законом Московской области предусмотрено административное наказание за выгул домашних животных без поводка и намордника на физическое лицо. Штраф составляет от 100 рублей до 1500. Также законом Московской области предусмотрено административное наказание за нарушение чистоты в результате выгула домашнего животного. Там штраф составляет также от 100 рублей до 1000. При обращении граждане пишут заявление с указанием места и времени совершения противозаконных действий, к которым, кстати, относится и нарушение чистоты в результате выгула домашних животных. По закону владельцы собак и кошек обязаны убирать за питомцами отходы жизнедеятельности. Однако на улице очень редко можно встретить владельца собаки или кошки с пакетом или лопаткой. К нам поступают материалы проверки из УМВД России по Дмитровскому району, где в материалах имеются доказательства совершения владельцем собаки данных нарушений. Кстати, чего на основании данных материалов мы можем возбудить административное делопроизводство и привлечь лицо к административной ответственности. В местном отделе Госсанэпидтехнадзора отмечают, что повторных обращений от жителей не поступает, а значит, данная работа дает хороший результат. Только за этот год владельцы животных были оштрафованы на общую сумму 12 тысяч рублей. Нередко в отдел Госсанэпидтехнадзора обращаются с жалобами на бездомных бродячих собак. Все заявления сотрудники отдела перенаправляют в администрации сельских и городских поселений, которые наделены полномочиями по регулированию численности диких дворняжек.